Здравствуйте, обзор на аккумуляторную UCHEM Interscroll. Шилтик покажу поближе. Полностью рабочая, в комплекте идет зарядное устройство. Гайки снял для безопасности, чтобы продемонстрировать работу. И диск. По корпусу незначительные потертости имеются. Но чего-то серьезного такого нет. В принципе, состояние довольно-таки хорошее. UCHEM не дымит, не искрит, неприятных запахов не производит, работает четко, стабильно. Давайте снимем аккумулятор. Продемонстрирую то, что зарядочка у нас working. Секундочку. Пожалуйста, АКБшечку поставил, зарядочка рабочая, прекрасно заряжает, прекрасно работает. К покупке могу смело рекомендовать данную UCHEM. До свидания.